Приветствую вас, и вот вы пишете, что вы обращаете внимание на мелочи, и они вас беспокоят, вы ощущаете, что не все в порядке. Давайте попробуем вместе с вами вспомнить, а с какого момента, собственно говоря, у вас это началось. Как давно это происходит? Вот тот момент, с которого у вас началось подобное и является, я бы сказал, является обстоятельством, условием, ситуацией, допустившей комплекс у вас. Допустившей у вас комплексное поведение. Что это значит? Это означает, что где-то когда-то вы что-то не сделали. Благодаря вашей невнимательности произошло какие-то негативные события. И вы теперь боитесь повторения. Значит, что нужно сделать? Найти ту ситуацию. Ту ситуацию начальную, в которой это все началось. Проработать ее. Пережить заново. Выразить все свои переживания по этому поводу. Осознать, принять, извлечь опыт. Стать мудрее. И дальше. А дальше тренировать внимание. Просто тренировать фокус внимания. Каким образом? Через обычную тренировку способности. Вот вы взяли простой предмет, например, лист белой бумаги, и смотрите на него. Думаете только о нем. Никакие другие мысли не допускаете в свое сознание. Так минут 10. Потом 20. Через какое-то время. Потом 30. А дальше просто берете более сложный предмет. У меня стакан воды. И вот так усложняете предмет. И тем самым тренируете внимание. Натренируете внимание до определенного предела. И подобные вещи, которые вот у вас, вы обращаете внимание на мелочи, беспокоить вас не будут. Потому что фокусирование внимания будет точным, стабильным, уверенным. И вам не потребуется дополнительная проверка того, что вы делаете. Вот, в принципе, все. В таком направлении вам нужно двигаться. Если остались какие-то вопросы, пишите в личку, помогу. Если понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.